Вот представь, у тебя есть какой-то проект. Например, ты собрался пойти в туалет. Я старался, но так ничего я не смог. Я не смог, потому что никто не помог. Я стучал, но мне двери никто не открыл. Мою ногу вчера откусил крокодил. Мне начальник неправильный адрес сказал. Я спешил, но я в пробку на МКАДе попал. Перестала работать мобильная связь. Но на это нет денег, в долгах я увяз. Я не смог расстегнуть свой нательный ремень. Мне комфортно, я не хочу перемен. Но все эти отмазки – чудовищный бред. Если хочешь, всегда попадешь в туалет. Так и в жизни. Успех заработать легко. Если хочешь чего-то, добьешься всего.